Ой-ой-ой, какая классная коробочка. Маттерс. Обожаю всякие такие прикольные штуки. Ты что так делаешь? Всем привет, ребята! Я очень рада вас видеть. Всем привет, меня зовут Кисалю Баттерс. Меня Элис. И сегодня мы вам покажем, как достать хозяйку. Как достать хозяйку? Хи-хи-хи-хи-хи. Подписывайся на канал и жми лайк, если ты еще не подписан. И давайте доберем под этим видео 1000 лайков, и тогда выйдет вторая часть. Я и Элис будем вам показывать способы, как достать хозяйку по очереди. А вы пишите в комментариях, чьи способы лучше. Как достать хозяйку? Элис, что ты там такое делаешь в туалете? Я же тебе говорила, не нужно было кушать ту непонятную штуку на улице. Еще чуть-чуть, потушимся. Ну ты и даешь. Готово. Хорошо, что вышло. Да, вышло. Иди посмотри, что там такое придумала. Ну то, что ты съела. Нет, там кое-что другое, посмотри. Ого, вот это хорошая работа, Элис. Мне нравится. Как раз сбросана туалетная бумага. Я старалась. Нужно даже полежать и поиграться. Ага. Так, а что там делает Вика? Хе, она сейчас придет. О-о-о, по-моему, нам пора бежать. Бежим! Так, а что тут происходит? Что это такое? Элис Баттерс, что вы сделали? Элис, твой пранк сработал. Я знаю, я старалась. Я тоже как-то в детстве его делала. Крутой пранк. Как достать хозяйку? Когда ваша хозяйка спит, отличным способом будет ее утром разбудить, чтобы она долго не спала. Ну что, начнем? Мяу. 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 Хи-хи. Кажется, она немножко начала просыпаться. Нужно попробовать еще раз. Мяу. Мяу. Когда хозяйка еще до конца не проснулась, есть способ еще немножко пошалить. Например, поиграть с жалюзями на окне. Вот с этой штучкой висевшей. Ловлю. Оп. Ай, смотрите, как она стукается в окно. Сейчас почти. Кисуля! А теперь убегаем с места преступления. Может быть, она подумает, что это я? Ой, Кися Баттерс. Вика куда-то точно собралась. Уходите без нас. Ага. Сейчас я ее достану. Баттерс и Элис, я опаздываю. Все, пока-пока. Пока. Пока-пока. Я буду вечером, ладно? Элис каждый раз так пранкует Вику, когда она выходит из дома. Элис, вернись домой. Нет, я хочу гулять. Элис. Не-а, давай сначала погуляем, а потом ты пойдешь по делам. Ну, Элис. Не-а, я гулять. Я опаздываю. А мне на все твои опаздывания говорю гулять. Можешь уже заходить. Сидит, чай пьет, без меня. Сейчас я и сделаю приятный чаепитие. Хочет чаечек спокойно попить, не получится. Элис. Погромче. Элис, я тебя только что кормила. Почему ты не сделала этого раньше, а только когда я съела? Элис, пожалуйста. Ладно. Внимание. Свеженький корм. Очень хорошо. Ой, если честно, я и кушать-то особо не хотела. Баттерс, у тебя есть какая-нибудь идея? У меня есть крутая идейка. Давай, делись, рассказывай, очень интересно. Элис, ты боишься, когда монстр прячется за шторкой? Очень сильно боюсь. Надеюсь, его там нет сейчас. Тогда сиди тут и никуда не уходи. Хорошо. Для начала мне нужно залезть и спрятаться за шторку, чтобы Элис не видела, что это была я. Ух ты, тут пальмочка появилась. Раньше она тут не была. Сейчас надо пошуршать, чтобы Элис напугалась и начала тявкать. Кто там? Элис! Да что там такое случилось? Ты зашторочный монстр, я тебя поймаю.
Ладно. Иду, я иду. Баттерс, это ты, да, Элис? Это была я. Элис Баттерс, хватит баловаться. Сработала. У нашей Вики прям талант. Да, это точно. Очень красиво получается. А давай тоже фломастерами по дивану только порисуем? Давай фломастерами лучше в следующем видео. А сейчас у меня есть отличный рабочий способ. Как сейчас я его покажу. Например, и кушать пальму. Баттерс! Я не слушаю еще. Баттерс, не ешь пальму. Я же говорю, это сработает. И вкусно, и полезно. Кися! Это прикольно. Баттерс! Я же говорю... Мы вам показали 6 способов, как достать хозяйку. И если они вам понравились и вы хотите продолжения, ставьте лайк. Пираем 1000 лайков, и мы снимаем вторую часть. Обязательно жми на колокольчик. На своем блоке Сулечка Баттерс. И я. И собачка Элис. Ага. Всем мяу-мяу. Мяу-мяу.